состояние, в котором мы сейчас существуем. Вот здесь. Так, вот это я, а это ты, а это он, это она и так далее. Так? Мы должны все вместе собраться в центральной точке. Что это? Что значит? В центральной точке, как один человек с одним сердцем. Все? Стремиться к чему-то одному? Да, и мы это делаем. Почему? Потому что в нас внутри находится свет. Вот здесь вот находится свет. И он всех нас все равно устремляет к центру. То есть мы устремляемся к центру, желаем ли мы этого или нет. Так? Вот. Каждый из нас устремляется к центру. Время, за которое мы должны достичь своего центра, это 6000 лет. 6000 лет назад начали эти решимот двигаться к центру. Вот так вот, начали двигаться к центру. Вот, допустим, ты. Кто там у нас ты есть в интернете? Начал двигаться к центру. И ты проходишь состояние. 6000 состояний ты должен пройти. Эти 6000 состояний называются 6000 лет. Шесть тысяч состояний. Вот и все. Это и есть время. В нас это ощущается как время. Но на самом деле это не время. Это изменение состояний. А что значит время? Если я чувствую себя сейчас так, через мгновение буду чувствовать себя по-другому. Разница между этими двумя состояниями я называю время. Времени не существует. Это чисто субъективное измерение.